Теремок ТВ. Солнцем ярким встречает новый день, он будет жарким для тех, кому не лень. Показать, кто в чем сильней, кто прыгнет дальше, а кто бегает быстрей. Ты знаешь, первый шаг всегда сложнее, чем второй, но рядом тренер и друзья, а значит, ты герой. Команды матч. На старте все равны. Готовитесь к тренировке? А? Да-да. Это важная часть подготовки. Музыка – очень нужный инструмент в спорте. Она помогает погрузиться в себя и настроиться на работу. А вот и они. Я потерялась в музыке. Так, команда, сегодня у нас занятие по шорт-треку. Ура! Гонка! И не просто гонка, а скоростная. И с большим количеством сложных поворотов. Ну что, прокатимся с ветерком? На старт! Внимание! Марш! Да, над финишем нам еще надо поработать. Выходя на старт, каждый готов показать свой максимум. Вот в чем ваше преимущество? Ха, скорости! В технике поворота. Угу. Агата? А может, дело в музыке? Музыка! Точно, Агата. В гонке важна концентрация. У каждого свой секрет, как это сделать. Кто-то фокусируется на скорости, кто-то на технике, а кому-то нужно настроиться на свою волну, на свою музыку. Не понимаю, мы же должны учиться на коньках кататься. Да, и для этого надо уметь концентрироваться. Упражнения на балансборде очень помогают сосредоточиться. Ничего, Агата. Сконцентрируйся на музыке. Нет-нет, на соревнованиях тебе не дадут слушать музыку. Поэтому она должна звучать не в твоих наушниках, а у тебя в голове. Закройте глаза и представьте то, что помогает вам сосредоточиться. Повторяем за мной. Ну что,
Готовы ко второму заезду? Да, тренер. Молодцы! Отличный результат! Но до конца тренировки еще 40 минут. Все на исходную! Я ничего не делал. Вы свидетели. Итак, эта зона – самое уязвимое место. Волейболисты называют его котлом. Котлом? За него отвечает игрок третьей зоны, центральный блокирующий, и игрок в шестой зоне, либеро. А можно же в котел, а? Не торопись, Гена. Нам еще нужно поделиться на команды. Кстати, ничего не хотите мне рассказать? Ну ладно. Тогда начнем тренировку. Ничего страшного, играй дальше. Меняемся полями. Берта! Не хочешь играть? Так и скажи! Ген, прекрати! Мы же в одной лодке. Ага, с бегемотом. Он прав. Без меня будет лучше. Берта, без тебя они не справятся. Но у меня не получается. Тренер, мне надоело закрывать две зоны. Можно другую команду? Гена... Берта, лови!
Да, с реакцией все отлично. Проблема-то не в ней. Меньше сомнений. И не бойся проявлять ответственность. Тренер, это я разбила кубок. Знаю, не беда. Заработаем новый, и не один. А вот ответственность за свои поступки нужна и в игре, и в жизни. У меня как раз есть упражнение специально для тебя. Волейбол – это игра с четким распределением ролей. Каждый должен принимать решение быстро и нести ответственность за свою зону. А какая зона моя? Занимай место связующего. Поехали! Рон должен был принять мяч, но вместо этого отошел в сторону. Результат – гол. А теперь переходи на место Рона. Ну что, повторим упражнение? С удовольствием! Берта, каждый должен играть в своей зоне. Ну, я же хотела взять ответственность. За другого игрока. Слаженная команда получается, когда каждый несет ответственность за свою зону. Я справлюсь! Ты взяла маленький вес. Что? Да я не про это. Вот, лемур делает трюки. Ого! Круто! Ерунда. Я могу круче. Ну да, кто бы сомневался. Что, не верите? Вижу, вы уже размялись. Отлично. Тогда перейдем к тренировке. Арена. Это что, еще один пол? Судя по материалу, это батут. Ура, прыжки! Так чего же мы ждем? Не спеши, Гена. Сначала потренируемся вон там. В этом лягушатнике? Ну нет, я слишком крут для этого. Ничего, что мы с тобой рядом постоим. С таким важным. Ой, да ничего, только не мешайтесь. Все великие спортсмены начинают с этого, как ты сказал... лягушатника. Ладно. Сначала отработаем базовые прыжки.
А теперь сальто вперед. Все понятно? Да. Давайте уже начнем. Следи за руками. Сохраняй равновесие. Молодец. И раз, и два. Гена, твоя тренировка не пройдена. Что? Да я тут самый готовый. Помогите! Выключите! Потут! Тренер? Зачем ты полез на большой батут? Ты еще не готов. Да я... это... у меня ведь почти получилось! Нет, Гена, иди на трибуны. У тебя перерыв. Я просто не распрыгался. Допрыгался. Так, остальные на исходную. Я лемур! Это нечестно! Я тоже так могу! Основы техники прыжков на батуте не пройдены. Да что не так-то? На третьем прыжке не докрутил. А на четвертом наоборот. Да понял я, понял! Все, вырубай! Тренер, а можно я... Нужно. Не торопись. Молодец, братишка! Тренировка пройдена. Смелее, теперь ты готов. Представь, что ты лемур. Ух ты! Молодец! Тренер! Ребята! А как останавливаться-то? Я забыл! На канале «Запах спорта». Игра чемпионата по регби не состоялась. Интеллектуалы Бизоны перепутали мяч с дыней. Ой, Скунс. Терпеть его не могу. Зато у него топовые видосики. Ты просто не разбираешься. Ставьте лайки и погнали. Будет смешно и очень обидно. Это называется страйк. Знаю я, за что прилетают страйки. Чтобы сбить все кегли, нужно направить шар под правильным углом. Лен, ты снимаешь? Зацени, как я делаю лунную походку.
Ерунду всякую не снимаю. Мои видео должны попадать в... Кто хочет попробовать? Я готов. Бери шар по весу, так, чтобы было комфортно. Этот как раз по мне. Это полный провал, или лучше сказать пролет, а может проезд? Жду ваши варианты. В номинации «Худший бросок» этот был однозначно лучший. А стоило ли так расстраиваться? Если шансов и не было, ставь лайк, если считаешь так же. А чего ожидать от мастера спорта по разгильдяйству на тренировках? Возмутительно! Это никуда не годится! Я буду жаловаться в министерство! И вам доброго дня, Белла. А что, собственно, случилось? А стоило ли так расстраиваться, если шансов и не было? Академию позорите такими видео! Я буду добиваться расформирования вашей команды! До перерыва еще полчаса. Продолжим тренировку. И давайте без съемок. Я тут как неуклюжий бизон. Так ты и есть бизон. Ну, уклюжий. А сестра твоя лучше бы спортом занималась. Мы теперь у тренера все назанимаемся. И если нас не расформатируют? Не расформатируют, а расформируют. Это все влияние Скунса. Да, она постоянно его смотрит. Скунс вчерашний день. Я бы снял смешней. А я бы снял обучающий фильм. Я бы снял смешней. Обучающий фильм. Смешней. Обучающий фильм. Стойте! Подождите меня! Ребята, есть идея, как все исправить. Я хочу снять еще одно видео. Ты достаточно уже наснимала. На этот раз обучающее. И смешное. Я хочу показать, какие мы на самом деле. Только мне нужна ваша помощь. Заступа расположена в самом начале дорожки. Боулеры не могут пересекать ее во время броска. Смотрю, вам не хватило утренних съемок. Я хотела. Тренер, мы все исправим. Почитайте наш сценарий. Смотрите, у нас уже и постер готов. Гена, ну кто так делает лунную поход? Настоящая бомба! Давайте узнаем мнение профессионала.
Я всегда поддерживала команду «Матч». Их инициатива снять свою тренировку стала отличной рекламой для Академии. Ну что ж, ждем новых видео от команды «Матч». А с вас подписка и море лайков! Если ты скажешь, что нам просто нужно подкачаться, я тебя стукну. Строимся. Как правильно отметил Гена, мы топчемся на месте. Поэтому сегодня у нас будет особенная тренировка. Все за мной. Да! Все за ним. Чтобы стать звездой футбола, нужно отринуть развлечения и полностью сфокусироваться на тренировках. Отлично написано, мамуль. Это еще что такое? Белла, Филипп, отличный день для пикника. Присоединитесь. Отличный день для тренировки. Пойдем, Филипп. Они только и знают, что отдыхать. Все слышали? Отдыхаем. Ну, держись. Сам держись. Мой лучший удар. Легкотня. На! Эй, хватит мне мешать! Филипп, бей по мячу! Это все, что ты можешь? Арена, кто ведет? Фиксирую. А можно помедленнее? Не отвлекайся! Герта, ну куда? Спасибо, тренер! Перерыв! Тренер, я почти взял эту партию! Как-то вы утомительно отдыхаете. Кажется, вы забыли, что спортивные игры – это прежде всего игры. То есть нам надо забить на спорт? Рожуй сначала. Получайте удовольствие от спорта. Положительные эмоции положительно влияют на спортивные результаты. Научный факт. Выбирайте, во что хотите играть. Как насчет футбольного фристайла? Супер, веселитесь. А я делать лимонад. Какие показатели мне фиксировать, тренер? Отдыхай, Арена. Займись тем, что тебе нравится. Что... нравится? Ну что, кому-то уже весело? Я пока не поняла. А мне нравится. Я могу так тренироваться хоть весь день. Правда? Может, проверим? Эй, я не был готов. Ну, тренер же сказал играть. Угу. А вот вам научный подход. Арена, видела? Это тянет на рекорд. Сегодня у меня выходной. Что бы это ни значило. Марсельская рулетка.
Педалада. Радуга. Невозможно работать в таких условиях! Спорт — это не игра! Оставшиеся 3 часа проведем в тренажерном зале. Идем, Филипп. Как успехи, команда? Готовы к лимонаду? Да! 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 Давайте чаще ходить на пикник, тренер. Да! Надо хоть иногда разбавлять контент. В следующий раз начнем тренировку на час раньше. И старайся лучше. Да, мам. Установил рекорд случайно. Это классно. И запомни, хорошо смеется тот, кто стоит на пьедестале. А теперь бегом до зала. Да, мам. О, Арина, как выходной? Отлично, тренер. Я перезагрузилась и сделала 26 586 фотографий. Хотите посмотреть? Да, да, конечно! Мы обожаем фотографии. Нет! Нет! Я написал завещание, потому что... собираюсь умереть со смеху! Команда «Мать» добралась до настольного тенниса! И завтра они проводят открытую тренировку! Подписываемся на канал и смотрим! Нет, ленивый ген! Развивай выносливость конечностей! Бесконечные эти конечности! Я пас! Ну и умора. Все ходите по кругу. Если быть точнее, то по эллипсу. Он же нас троллит. Давай с нами. Попробуй что-нибудь новенькое. Мое дело... Ой, ай! Футбол. Я уже давно все решил. Хе, ты или мамуля? Привет, команда. Как проходит разминка? На корточках в основном. Филипп, присоединишься к нам? Мы готовимся к открытой тренировке. Возьми, она с одной стороны красная, а с другой другая. Юху, да здравствует пробование нового! Сегодня отработаем несколько подач. Первая – топ-спин с верхним вращением. Кажется, эта подача станет моей коронной. Откуда ты знаешь? Может, другие будут интереснее? Переходим к следующему удару. Бэкспин. Подача с нижним вращением. Обратите внимание на положение ракетки. Поехали. Путь к победе. Заниматься чем-то одним, а не всем подряд, как вы. Попробуйте сочетать разные удары. У тебя получился лоб-спин. На сегодня достаточно. Продолжим завтра, на открытой тренировке. Моя коронка стала неберучкой. 21-4 в мою пользу. А? Мы же играли не на счет. Игра всегда идет на счет. Что-то случилось, Агата? Филипп прав. Нужно заниматься чем-то одним. Иначе не выиграть. А разве сам Филипп не решил попробовать что-то новое? Сегодня он изучал настольный теннис, как ты когда-то баскетбол и волейбол. Один отточенный удар – это преимущество.
до тех пор, пока не встречаешь соперника, который владеет двумя ударами. Потренируемся? Да! Эй-эй, всем привет с открытой тренировки команды Май. Давайте посмотрим! Как и ожидалось, открытая тренировка команды Мать зрелище уморительное. Надеюсь, что финальная битва продолжит нас веселить. Какой уверенный топ-спин. Это прием достойный команды Мать. Попытка неудачная, но задумка ничего. Это еще что за странные танцы? Давай, Агата! У тебя получится! Агата! У тебя все получится! Не надейтесь, одна моя коронка стоит всех ее подач. Что? Не верю своему нюху! Настоящий бэкспин? Теперь игра на балансе. Тренировка превратилась в настоящий турнир. Так, так, так. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Филипп, ты опаздываешь на настоящую тренировку. Да, мам. Держи, мы с тобой еще не закончили. Какая драма в финале! Надеюсь увидеть продолжение. А с вами был Запах Спорта. С вас лайк, подписка, пока-пока! Наконец-то! Кикфлип 360! Это что, лилипутский скейт? Это фингерборд. И я оттачиваю свое мастерство. Смотри, вот где мастерство. Счет очков завершен. Результат ничья. Ха, ты шутишь? Я не соревнуюсь с игрушечными скейтерами. Интересный факт. Фингерборд используют даже профессиональные скука. А как тебе такое? Батл! По-взрослому. Легко. Только победитель забирает доску проигравшего. Если не боишься, что мама отругает. Арена, разработай маршрут батла. Сложность максимальная. Ваш батл состоит из трех этапов. Рейл. Место для грайндов и слайдов. Далее фристайл. Нужно показать максимальное количество трюков за определенное время. И финальный этап. Рампа. За победу на каждом участке дается 1 балл. Это тебе не на пальчиках кататься. Ха.
На участке рейл победу одерживает Гена! Я упал-то всего раз. Да, ты это, поаккуратней давай. Не царапай мою будущую доску. Ага, мечтай. Фристайл покажет. Чего ты тянешь? План на фристайл такой. Ты быстро проигрываешь, а я еду на обед на своей новой доске. Все, я готов. Записывай адрес. Свою доску курьером мне отправишь. Пришлю тебе куклу в комплект к игрушечному скейту. Впереди еще два этапа. Подсчет выявил ничью! Нечестно! Ты что, не видела? Он же за мной все повторял! Это ты повторял! Давай еще раз! Кажется, я все-таки его поцарапал. Отличная доска была. Да уж. Но есть другая. Лилипутская. Засчитается, только если научишь, как с ней играть. Вообще-то, это не игрушка. Это целое искусство. Смотри. Попробуй сделай Олли. Это не так-то... Продолжить подсчет баллов? Нет, арена! Дай нам просто поиграть! Да это не игрушка, это инструмент для отработки трюков. Конечно, как скажешь. Смотри, это кикфлип. Да нет, вот так делай. Да я так и делаю. Подхватывай пальцами. Ха. Ну вот. Ого, крутяк! Лилипутский кикфлип! Девяносто восемь, 99, 100! Девяносто пять, 96, 97, 98, 99, 100! Ты же в курсе, что сегодня выходной? Тренер? Сверогонка, нужно же готовиться. Гонка никуда не убежит. А тебе нужно отдохнуть. Нам с ареной как раз нужна помощь в зале. Пойдем?
достань, пожалуйста, посылку. Ничего себе! Это аэротруба. Мы будем ее собирать. Ты не могла бы нам немножко помочь со схемой сборки? Речевая команда не распознана. Пожалуйста. Отойдите в сторонку. Арена, ты мой лучший помощник. И... Хочешь заняться регби? Что? Я не хочу. Сборка завершена. Арена, обнови прошивку, а я сейчас вернусь. Поиск программного обеспечения. Лови! Тренер, я же должен готовиться к зверогонке. Считай это частью подготовки. Бросай. А что будет, если мы провалим гонку? Рон, что бы ни случилось на зверогонке, это будет наш результат. И вы не переживаете? Конечно, переживаю. И в свой выходной я здесь. Знаешь, переживание о будущем отнимает сил не меньше, чем тренировки. Но у меня есть один секрет, который помогает мне справиться с любыми переживаниями. Какой? Ультрабольшой. Шоколадно-ореховый молочный коктейль с посыпкой и взбитыми сливками. Тут недалеко такие делают. Я угощаю. О! Тренер! Тренер! Возможно, мне понадобится два. Нет, три коктейля. Сделаем все необходимое. А там еще делают ультрабольшие пончики с банановой глазурью. Да-да, точно. Это должно усилить эффект. Буду считать, что это тренировка. Обновление завершено. Ну, кто хочет полетать? Рон? Тренер? Ребята? Все, в выходные больше не работаю.
хорошими новостями. Министерство спорта наделило меня полномочиями проинспектировать ваш итоговый тест. Напомните, как вы его там назвали? Зверогонка? Министерство? Предлагаю не терять времени и начать инспекцию зала. Конечно. Арена, такая жара, а ты прикалываешься. Ты что, суп? Арена, какой у меня результат? Это что-то новенькое. С ареной что-то не так. Вендинговый аппарат фиолетовый. Цветы без цветов. На окнах нет штор. Чревато попаданием прямых солнечных лучей. А вот и зал. Можем начать инспекцию. Для подготовки к зверогонке мы используем новый подход. Минутку. Арена, покажи трассу. Наш искусственный интеллект подготовил имитацию трассы зверогон. С настоящими препятствиями. Этот тренировочный полигон – залог успеха нашей команды. Арена. Арена. Ну что ж, похоже, тренировка закончилась. Ну-ну, не плачь, милочка. Скоро ты вернешься в свою секцию. В своем отчете я буду рекомендовать распустить вашу команду как неудачный эксперимент. Запах спорта держит нос по ветру. За окном адская жара, а значит, время горячих новостей. Искусственный интеллект команды «Мать» сломался, а их зал закрыли. Буду разнюхивать дальше, но думаю, успех зверогонки под большим вопросом. Лайк, подписка и ждите новостей! Никогда не замечала. Чего? Арена у меня на каждой фотке. Берта, смотри, вот она с тобой. Она всегда нам помогала. Хотя она и робот, чувство юмора у нее было отличное. Без нее нам не справиться. Рано сдаетесь. Тренер? Не волнуйтесь об Арене, с ней все будет хорошо. Она просто немножко перегрелась. Я запустил охлаждение, скоро она к нам вернется. Но к гонке нам придется готовиться по старинке. Как это? Мы будем тренироваться с камнями и палками? Не настолько по старинке, Гош. Кольцо вместо турника, а тут поставим лавки. Завтра нашу команду ждет первое настоящее испытание.
первое, но далеко не последнее. К нему мы готовились весь год, освоив множество видов спорта. И на каждой тренировке с нами была арена. Пришло время доказать, что команда «Матч» — не эксперимент. Покажем всем, что на старте все равны. Да! Давайте сделаем это! Преодолеем! За арену! Команда «Матч» прекратит свое существование. Вы только гляньте, какая громадина! Не завидую этим бедолагам. Команда «Матч» приветствую всех на зверогонке. Изучите эти брошюры. После провала сможете вернуться в ваше сердце. Тренер! Всем доброе утро. Наконец-то. Для вас у меня тоже кое-что есть. Инструктаж для проведения гонки. Не увижу вас на старте через 10 минут. Засчитаю поражение. Идем, Филипп! Команда, нам нужно идти. Правило. Каждый стартует на своей дорожке. Задача – оказаться на финише быстрее красного индикатора. А вот и команда неудач. Ой, простите, матч. Тренер, а как там арена? Как арена? Ого! Это размер. И как мы это пройдем? Циклопичненько. Так, идите за мной. Садитесь. Мы же можем опоздать. Доверьтесь мне. Я вижу на ваших лицах то, чего никогда раньше не видел. Смятение. И это нормально. Невозможно подготовиться к настоящему испытанию. Его можно только прожить, прочувствовать. И если вы чувствуете, что не готовы, лучше отказаться сейчас и пойти по домам. Мы не хотим сдаваться! А если мы не хотим сдаваться, соберитесь. Сейчас перед нами полоса препятствий. Завтра будет команда суперзвезд. А послезавтра на кону будут золотые медали Зверокубка. В спорте всегда достижение цели требует усилия над собой. Внутри каждого из вас есть стержень. Не дайте сомнениям его сломить. Вы пишете первую страницу своей истории в спорте. И только от вас зависит, каким будет ее финал. А сейчас все на исходную. Видим только цель и к ней бежим. Погнали! Помним! Когда индикатор обгонит команду, будет засчитано поражение. Индикатор пока позади, но он наступает на пятки. Да!
чему-то научились. Я ничего не пропустила? Арена, ты вернулась! Как ты, все в порядке? Обниматься лучше. Точно. На финише. Бежим! Ух ты! Команда мать! Браво! Мам, скажи, они классные. Еще посмотрим. Скажите, победа! Победа! Что, команда, все готовы изучить новый вид спорта? Да! Вы еще спрашиваете? Да!